Заместитель главы администрации города по строительству Сергей Миронов, председатель комитета по физкультуре и спорту Василий Полетаев и другие работники администрации на один день решили сменить профессию. Отказавшись от бумажной волокиты и прочих дел, они взяли лопаты и вышли на первый этой весной субботник. Начиная с площади Минина, нижегородцы увидят эффект. Трава побыстрее здесь подымется, деревья зацветут и тоже, скажем так, примкнут к нам. Несмотря на дождь, настрой у работников боевой. Наводят порядок у фонтана на площади Минина. Это одно из любимых мест нижегородцев. Чтобы снег быстрее растаял, его сбрасывают на тропинки. Несколько минут, и дело сделано. Однако не все нижегородцы готовы к такому вот физическому труду на свежем воздухе. Многие находят себе оправдание. Но все равно намокнешь, если только скафандр одевать. Серьезно. То есть, ну, потеплее будет, дождика не будет, в принципе, можно. Нет, не вышел бы. Почему? А потому что у нас для этого есть службы специальные. Ну, если нужно, вышло бы, конечно. То есть, вас не страшит дождик? А чем вам сегодня не нравится погода? Каждый нижегородец, который любит свой родной город, он должен следить за чистотой и порядком в городе. Один глава администрации с своими помощниками, с администрацией не справится, с дворниками тем более. Поэтому, если тебя уважает нижегородец, значит, он должен всегда наводить порядок не только у себя в квартире, но и в подъезде, в котором он живет, около подъезда и вокруг своего дома. Как раз сегодня в городе стартовал месячник по благоустройству. Будут убираться на улицах, сажать деревья, красить ограждения, латать ямы на дорогах. Горожанам совсем не обязательно ждать очередного организованного субботника. Достаточно выйти и убрать территорию возле дома. Сотрудники администрации надеются заразить нижегородцев своим трудовым примером. И говорят, чем больше жителей выйдут на уборку, тем быстрее город преобразится. Алевтина Батурина, Сергей Таиров, «Объективно», ННТВ.